Две чудесных недели зимой отдыхаем, когда в школу не надо идти. И опять же приходится думать всем детям, как время с умом провести. Все готово. Начнем, пожалуй. К примеру, кровати сделать большими санями, и сделать трамплина на них. Гигантскую снежную бабу слепить или бедного Йети помыть. Запустить снежки с гигантских катапульт и в ангелоснежных играть. Рогины сочинять, подарки выбирать и снег с дороги убрать. Ну, не только ж веселиться. Легко понять, нужно столько успеть, пока каникулы идут. Давайте к нам дельфины супер, профессор подарят всем вокруг. Мам, а Финес и Ферб снялись в рождественской серии! Финес и Ферб — рождественские каникулы.